В эфире службы новостей «Саров-24» в студии Лидия Шилаева. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Народное негодование. Какая судьба ждет бани Заречные? Выбор будущей профессии. Школьники города встретились с представителями НГТУ имени Алексеева. Три маршрута и соревнования на мощность. В конно-спортивном клубе «Саров» прошел областной турнир по конкуру. Далее расскажем обо всем подробно. Горожане против. Пару недель назад бани Заречные закрыли. Пока, как говорят, на летний период. Но в перспективе руководство бань Сарова рассматривает вариант продажи здания на Зернова 20. Причина проста. Бани убыточны. Количество посетителей с каждым годом неуклонно сокращается. Денег на содержание здания не хватает. Оно ветшает на глазах. Между тем, жители города мириться с закрытием бани не готовы. О чем и сообщили в обращении в администрацию, подписи под которым поставило более 700 человек. Облупившиеся стены и потолок, сколотая плитка и вездесущий грибок – это то, что бросается в глаза сразу. Если заглянуть в подсобное помещение, взору откроются прогнившие трубы. Так выглядит сегодня Заречные бани. По словам директора муниципального предприятия бани Сарова Ирины Назаровой, еще год назад санэпидемстанция вынесла предписание об устранении выявленных нарушений. Но средств на ремонт не хватает, поэтому плесень побеждает, а здание все больше ветшает. Для того, чтобы сохранять это удовлетворительное состояние бань, нужно делать ремонтов на 2,5 миллиона. То есть это ежегодно проходило. Это вот чисто покраска потолков, вот это вот прям самый минимум. В прошлом году из-за отсутствия субсидий было потрачено на 900 тысяч ремонтов. Мне хочется, чтобы бани были, чтобы в них было приятно находиться. Даже общее отделение, они не на должном уровне. По моему мнению, я думаю, что со мной многие согласятся. Все три бани. Финансирование из бюджета недостаточное, а собственная прибыль постоянно падает, так как с каждым годом сокращается число посетителей. В связи с этим впервые в этом году руководством было принято решение закрыть Заречные бани на летний период. В перспективе планируется продать здание на Зерново и вырученные средства пустить на ремонт двух оставшихся муниципальных бань. Вот только горожане с таким раскладом не согласны. В этом их поддержали и депутаты. Почему сразу возник вопрос о продаже тогда? Почему не было предложено и рассмотрено других вариантов? Раз у муниципалитета нет денег, значит, можно было тогда обратиться в Думу, еще куда-то. За счет других Подождите, вы выходили с таким предложением? Мы просчитали. Нет, вы просчитали, вы выходили. Дума принимает решение по бюджету. Поэтому если вы в Думе вышли с таким предложением, что либо мы закрываем баню, либо нам нужны какие-то определенные средства, я думаю, депутаты бы сделали правильное решение и сделали бы сюда шаг. Но вы не выходили, никаких предложений не было. Инициатор этого вопроса, чиновников, в отличие от депутатов, к сожалению, не подотчетны населению. Вот представляете, 700 подписей, нас таким количеством голосов депутаты избирают. Как мы можем быть за продажу, когда народ против? Вот в этом отношении я просто хочу сказать, если этот вопрос пройдет мимо депутатского корпуса, это будет неправильно. А заранее хочу сказать, я свое мнение вот здесь выскажу, я категорически против. 700 подписей против закрытия бани говорят сами за себя. Она нужна в этом районе города. Вот только в том состоянии, в каком она находится сегодня, полноценно функционировать не может. Что в итоге ждет Заречные бани, ремонт или продажа, вопрос пока открытый. Ответ на него депутаты будут искать на ближайшем заседании Думского комитета. Лидия Шилаева, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей, Саров-24. Получить за свои селфи серьезный подарок легко. Сайт sarov24.ru запускает конкурс с суперпризом, в котором станет электрический самокат. Главная задача участников – сделать красивые фотографии на фоне жилого комплекса «Саровская ривьера» в районе поймы реки Сатис. Подробности далее. Как же приятно летним днем прокатиться на самокате по «Саровской ривьере». Особенно это приятно делать на чужом электросамокате. Чей он? Возможно, твой, возможно, твоего друга или той девчонки, которую ты лайкаешь фотки в Инстаграме. Канал 16 совместно с сайтом sarov24.ru запускает конкурс на лучшую фотографию, сделанную в наикрутейшем жилом комплексе «Саровская ривьера». И вот подробности конкурса. Ты делаешь фотку на набережной, на парящих лавочках или даже из окна своей новой квартиры вот в этом доме и выкладываешь в любую социальную сеть с хэштегом «Саровская ривьера». Вот и все. Учитываться будут только те фотографии, которые будут выложены с 15 мая по 15 июля. А в срок до 1 августа мы обязательно подведем итоги. И, кстати, автор лучшей фотографии получит вот этот вот самокат.
Фото может быть любым. Селфи или групповое, случайное или постановочное значение имеет только дата съемки и красота архитектуры жилого комплекса «Саровская ривьера». Все подробности о конкурсе можно узнать на сайте sarov24.ru. И если ты не пришлешь нам фото, я буду ездить на самокате сам! 17 мая в Сарове пройдет горячая линия по вопросам профилактики клещевого энцефалита. В нашем городе уже зафиксированы первые укусы людей клещами. В связи с этим эпидемиологи по телефону разъяснят всем желающим, как защититься от паразитов и что делать, если вы все-таки обнаружили на себе клеща. Задавать вопросы можно будет по телефону 3-90-78 с 8 утра до 4 вечера. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Волонтеры из центра «Радость моя» отправили в Луганск больше 2 тонн гуманитарной помощи. Жители города передали в церковный гуманитарный склад и храм всех святых продукты, одежду, средства гигиены и другие товары первой необходимости. За последние 3 года это уже 8-й гуманитарный груз из Сарова в Луганск. 29 мая глава администрации Сарова Алексей Голубев проведет личный прием граждан. Записаться на встречу можно будет во вторник 22 мая в 128-м кабинете здания городской администрации с 8:30 до 17:30. При себе необходимо иметь паспорт. Более подробную информацию можно получить по телефонам 99059 и 977-70. В Сарове стартовал конкурс «Лучший предприниматель-2018». Победители выберут 8 номинаций, в том числе таких, как «Доставка еды собственного приготовления», «Ночной клуб» и «Стартап». Поучаствовать в выборе лучшего предпринимателя могут и горожане. Для этого на официальном сайте администрации опубликовали ссылку на онлайн-голосование. Также мнения саровчан будут узнавать в ходе уличных опросов. Куда пойти после школы? Этот вопрос задает себе каждый старшеклассник. Будущее человека во многом зависит от выбора специальности и вуза, поэтому подходить к нему нужно с особой ответственностью. Чтобы помочь саровским школьникам определиться с профессией, в наш город приехали специалисты одного из старейших вузов области. Вместе с деканом факультета довузовской подготовки прибыли и 7 профконсультантов-психологов. Меньше месяца осталось до первых экзаменов. Выпускники на финишной прямой. А это значит, что совсем скоро им предстоит принять одно из главных решений в жизни – выбрать специальность и вуз. На помощь абитуриентам в нелегком выборе пришли специалисты Нижегородского политеха и провели для старшеклассников профессиональное тестирование. Профконсультанты Нижегородского университета проводят профориентационный тест и затем профконсультацию, на которой помогает ребятам взвесить свои способности, сильные и слабые стороны, скорректировать свои желания в соответствии с полученной информацией и в конечном результате определиться с выбором специальности. Старшеклассникам предстояло ответить почти на 200 вопросов об интересах, особенностях личности в специальной программе. Задача психолога – интерпретировать сухую статистику, которую выдал компьютер, и помочь школьнику определить его сильные и слабые стороны. И уже исходя из интересов старшеклассника, особенностей его характера, выявить способности ребенка в той или иной области. Способности, которые позволяют ребенку действительно вот в чем-то быть успешным, это его ресурсность, это его возможность состояться. И здесь уже объективные данные, не только хотеть, но и мочь что-то делать. А для тех, кто уже определился с выбором будущей профессии и вузом, декан факультета довузовской подготовки Нижегородского технического университета рассказала о правилах приема в учебное заведение и некоторых нюансах, связанных с учетом дополнительных баллов за призовые места в Олимпиадах. Минимум реплик, больше музыки и песен. В финале путешествие в сказочную страну эльфов. Театр-студия «Люкс» представил на суд зрителей спектакль «Дюймовочка». Сценарий постановки несколько отличается от оригинальной сказки, а постоянно сменяющиеся декорации и яркие необычные костюмы смогут привести в восторг не только детей, но и взрослых. Старая сказка на новый лад. В «Дюймовочке» еще больше персонажей, песен и танцев, а некоторых героев просто не узнать. Так вальяжный Кросс Купердяй в воле фантазии автора превратился в главу преступной банды мышей, которые совершают набеги на поля. Кириллу Мамонову вжиться в этот образ оказалось просто. Да, довольно-таки легко. На протяжении 2 месяца я ходил, меня готовили, указывали на недостатки, я репетировал. Ну, довольно-таки просто у меня как-то это выходит, я вживаюсь в роль, и дальше идет все по накатанной. Оригинальным и интересным получился образ жабы. Над внешним видом усердно трудились художники и костюмеры. А вот голос с нотками кваканья и необычная походка – это уже работа актрисы. Очень долго ставилась именно походка, потому что ходить немножко в раскоряке, как мне это назвали, достаточно тяжело. С
последней постановки спектакля прошло достаточно много времени и поменялся практически весь актерский состав. Сценарий написал в свое время Борис Созин, который был руководителем театральной студии. Собственно, он придумал весь сценарий, весь ход событий, все картины, вот с художниками декорации. Вот мы в этом году попытались это все восстановить. Юные зрители с восторгом приняли сказку о маленькой девочке. Старшее поколение тоже по достоинству оценило и авторское прочтение, и игру актеров. Елена Грицкова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров 24. Разнообразие видов спорта в современном мире велико, однако мало что сравнится с соревнованиями по верховой езде. Несмотря на то, что конный спорт только набирает в России популярность, в нашем городе подобные соревнования проводятся регулярно. В конно-спортивном клубе «Саров» прошел областной турнир по конкуру. Для Кристины Золототрубовой это далеко не первые соревнования. Девушка занимается конным спортом уже 4 года и не раз становилась победителем и призером различных турниров. В этот раз она вновь доказала свое мастерство и заняла первое место в маршруте на 60, третье на 70. И забрала золото в конкуре на мощность. Очень много сильных соперников. Я не знала, честно, кто победит. И все было вот реально, как бы все лошади были сильными, и все всадники могли победить. Конкуренция действительно оказалась высокой. Все наездницы выкладывались на максимум. Не ушла без призов с турнира и Вероника Белова. Девушка заняла первое место в маршруте на 70, в маршруте на 60 и заняла вторую ступень пьедестала. В конном спорте самое сложное – это найти взаимопонимание со своей лошадью, с которой ты занимаешься, потому что если будет взаимопонимание, то будут это какие-то достижения. Мою лошадь зовут Сказка, на которой я участвовала. На прошлых соревнованиях она у меня нервничала. На этих соревнованиях она уже справилась со своим волнением, я ее успокоила, и мы проехали достаточно хорошо. Я очень ей благодарна, что она мне, можно сказать, принесла эти места, потому что без нее бы я не заняла просто ни первое, ни второе место. Также в этот день на манеж вышли и дебютанты. Для Виктории Головинской это первое серьезное соревнование по конкуру. На самом деле выступать было достаточно волнительно и страшно, но выступили неплохо для первого раза моего. Самым сложным оказалось управление лошадью, потому что лошади все с характером определенным, и каждый надо подстраиваться. Посмотреть на мастерство девушек и на возможности лошадей приехало множество зрителей. Взрослые и дети активно подбадривали участниц, а сразу после соревнований все желающие могли почувствовать на себе, что значит быть наездником. Мария Рунч, Владимир Лисик, Александр Мальков. Служба новостей, Саров 24. В спортивном комплексе «Юниор» завершилось первенство Нижегородской области по баскетболу детско-юношеской баскетбольной лиги между командами 2002 и 2003 года рождения. В финале турнира воспитанники спортивной школы «ИКАР» поборолись за первые места. О том, кто стал победителем чемпионата, расскажем в следующем репортаже. В первой финальной игре встретились самые сильные команды Нижегородской области, чемпион прошлого года «Торпеды» из города Павлово и воспитанница Саровской спортивной школы. На протяжении большей части игры нашим баскетболисткам приходилось быть в роли догоняющих, но девушки боролись до последнего и дали достойный отпор сильнейшей команде региона. Ну, откровенно, мы играли спокойно. Я говорю, неважно, с Саровым нам было играть или с Дзержинском, я не хочу обидеть никого, но результат был бы такой. Поэтому, ну, ваши девчонки старались, но им не хватало ни роста, и, ну, как ни крутите, мы немного постарше. Итоговый счет на табло 38-70 в пользу гостей. Кубок победителя чемпионата в руках павловских спортсменок. Серебро завоевали воспитанницы спортивной школы ИКАР. Первенство Нижегородской области входит в серию турниров детско-юношеской баскетбольной лиги. В ее составе 71 команда из муниципальных образований и районов нашего региона. Финал четырех, который прошел в нашем городе, попали команды, показавшие лучшие результаты на протяжении всего игрового сезона. Мы проводим, так скажем, селекцию игроков, чтобы нам сформировать сборную команду Нижегородской области среди девушек и среди юношей, которые ежегодно представляют Нижегородскую область на серьезных соревнованиях первенства России. У лучших спортсменов чемпионата есть все шансы представлять Нижегородскую область в составе национальной сборной на крупных соревнованиях. Летом у детско-юношеской баскетбольной лиги каникулы, после которых будущие чемпионы с новыми силами вступят в борьбу за золотые медали. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в YouTube и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Также вся актуальная информация на сайте sarov24.ru. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей.